Георгий Чевчан. Да, вот сейчас Ростислав Брылев совершил серьезную ошибку на разгоне. Зачем-то выехал там перед лидером, таким образом потерял возможность контролировать темп. И Гочи Агоча, воспользовавшись этим, да там и пользоваться не нужно было. Он просто в своем темпе разгонялся и рванул в итоге из-за пазухи у Ростислава Брылева. Хотя, видите, сейчас отрыв не такой уж большой, каким мог бы оказаться в результате этих манипуляций. Но у Гочи намного точнее траектория. А Ростислав там потерялся, конечно, не о котором идет речь, когда мы произносим вслух фамилию Цареградцев. В общем, так, все несколько аномально, я бы сказал, на ранних стадиях шестого этапа. Ну, теперь Гочи ставится синхронно с Ростиславом Брылевым. Чуть теряет угол и даже через распрямление перекладывается в первый клиппинг зоне. Там было, наверное, опасение, что разница в скорости может привести к столкновению. Чуть отпустил здесь лидера Гоча. А Брылев мажет мимо последнего третьего клиппинг-поинта. Все верно. Сдается мне, что не придется тут долго совещаться с судьям. Да. Георгий Чевчан. Красноярск, Новосибирск. Я так в Красноярск переселил случайно Артура Волчанского. Ну, может, он и правда переедет. Не знаю пока. Пока вижу, что Гоча очень далеко уехал на разгоне. Промахнулся, справедливости ради, отметим это, мимо первого клиппинг-поинта. Пока вообще мало кто из топ-пилотов от образцов отрабатывает начало этого оцениваемого участка. Здесь Артур подъехал, пользуясь тем, что там зона замедления такая органичная. Но пока все-таки не удается ему сократить дистанцию до минимума, хотя близко. Сильвия С-15 в виде двух достаточно успешных выступлений. Напомню, что всякий раз, когда он появлялся на РДС, на этапах, он заезжал в топ-4. Это абсолютно потрясающая стабильность. Гоча близко ставится к Артуру Волчанскому. Перекладка. Хорошо Артур отработал начало вот этого проезда. Теперь вот здесь главное проскочить эти две клиппинг-зоны, где почему-то не происходит набора скорости, хотя вроде бы там это как-то предполагается, но сейчас Гоча все прекрасно прочитал и неотступно следуя за своим оппонентом, выполняя синхронные перекладки. Здесь все было совсем без греха, но упрочить накануне заключительного этапа. Поехали! Два Ниссана! Сильвия С-15 с мотором СР-20 у Гочи и Skyline с мотором VR-38 у Песегова. Гоча промахивается мимо первого клиппинг-поинта. При том, что мы помним, у Песегова есть привычка этот первый клиппинг-поинт брать. И это, возможно, окажет серьезное влияние на то, что в итоге решат судьи. Но пока у нас даже первый проезд не окончен. 148 км в час было на постановке у Гочи, почти 150. Это примерно соответствует его результату. Было бы, наверное, лучше. Все, хорошо. Молчу. Следим за развитием событий. Андрей Песегов и Георгий Чевчан. Точка постановки. Гоча ставится близко. Медленнее, кстати, Андрей. Вот, обратите внимание, вот она, образцовая траектория. 136 км в час было на постановке, но это точно не преступление. Здесь, естественно, будет еще медленней во второй клиппинг-зоне. И Гоча, как и положено, стучится в дверь. Гоча очень близок. Гоча близок, наверное, как никто никому сегодня близок не был. Вот они, те самые сантиметры и миллиметры между двумя пилотами. Ну, а вот и результаты. Да, все-таки, да, ошибка первым номером была. Он стал победителем, потом закрепил успех на Нижегородском кольце. Но все это сейчас имеет только второстепенное значение. Вот что сейчас важно. Постановка. 151 км в час у Ивана Никулина. Не попадает он совсем чуть-чуть в этот первый клиппинг-поинт. Гоча-то тут как тут. Борт-оборт с хорошо знакомым товарищем по команде в недавнем прошлом. Соперником в тревожном настоящем. Георгий Чевчан. Ну, хотя, конечно, энерговооруженность выше у 15-й Сильвии. Что, погнали. Второй боевой заезд. Очень близко разгоняется к своему сопернику Иван Никулин. Попадут. Вань попал, Гоча нет. Близко пытается также близко проехать Иван Никулин. Понимает, конечно же, какова цена проезда вот этого. И как важно оказаться Гоче максимально близко. Но вы же все видите, да? И судьи все видят. И все видят. Ждем решения судей. Вот оно. Гоча. Поехали!
Поехали! Третье место на шестом этапе РДС Гран-при здесь, на Красном кольце, завоевал пилот из Барнаула Иван Никулин! А второе место на шестом этапе РДС Гран-при завоевал пилот из Каунаса, Республика Литва, Ауримас Бакчис! Ну и наконец, действующий чемпион, лидер личного зачета и победитель домашнего этапа Георгий Чевчук!